Корабли, дающие полутонные бортовые залпы, еще не вошли в строй. А у англичан уже было 27 таких кораблей. Кроме того, англичане разработали тактические маневры, чтобы использовать превосходящую огневую мощь с сокрушительным эффектом. Для изменения курса англичане использовали два маневра. Первый — последовательный галс. Первый корабль в строю делал галс, и остальные поворачивались за ним на том же месте. При галсе сзади движение начинал последний корабль в строю. Как только он делал поворот, тоже делали и другие корабли. Для галса сзади требовалась необычайная координация, система сигналов и мастерство. Когда англичане выполняли этот маневр флотом в 100 кораблей, были потрясены даже голландцы, сами очень неплохие моряки.